Здравствуйте, Александр Иванович. Это Сбербанк. Я ваш голосовой помощник. Чем я могу вам помочь? Переключи на оператора. Соединяю вас со специалистом. Мы записываем разговоры с клиентами, чтобы сделать обслуживание еще лучше. Здравствуйте. Добрый день. Подскажите, я зашел в Сбербанк онлайн, и у меня вышло сообщение подключить СМС мобильный банк. Он у меня был подключен, я его не отключал. Дело в том, что я первоначально в Сбербанке счета открывал в городе в Кирове, потом в Москве. И сейчас у меня личный кабинет московский, а почему-то номер у меня привязан был кировский. И сейчас мне для того, чтобы просто сделать платеж, чтобы смс-уведомление пришло, я не могу ничего сделать, не написано «идите в банк». И номер кировский указывается. А хотя я карты в Москве открывал по московскому номеру. Вот, может быть, какая-то путаница у вас в связи с объединением банков в регионе и в Москве произошла. Подскажите, как мне быть? Мне нужно сейчас платеж сделать, а мне смс-ка не приходит, потому что у меня экономный пакет даже не подключен. Александр Иванович, назовите вашу фамилию. Овсяников, 2Н. Александр Иванович, да. Номер телефона ваш? 977-376-54-28, с которого я сейчас звоню. Поздно, да, мобильный банк был отключен. Подождите, кем и когда отключен? Отключен банком из-за неактивности, то есть вы не отправляли никаких запросов с вашего телефона на телефон. Слушайте, но я делаю постоянно платежи и в онлайне и так далее. И почему меня отключили, меня даже в уведомлении не поставили, сейчас платеж не могу сделать в онлайне. Проверим возможность отключения. Потом мне 4 цифры карты ваши назовите, просто Фёдор Иванович. Последние 6632. Рублевая, которая. Мобильный банк необходим с уведомлениями или без уведомлений? Не понял еще раз. То есть мобильный банк по вашей карте Visa стоит 60 рублей полный? Не-не-не-не, мне не нужен полный. Мне нужен пакет экономный. Я его не отключал. Смотрите, я его подключил один раз и никогда не отключал. Сейчас у меня стоит там привязан номер телефона 912 МТС-овский, которым уже 10 лет не пользуюсь, который у меня был в личном кабинете кировском. В московском я его никогда не привязывал. Вы мне скажите, почему у меня появляются номера кировского отделения в московском? Анатолий Иванович, у вас в системе банка этот номер телефона был ранее зафиксирован, поэтому у вас был указан. Да у меня там 5 номеров было зафиксировано, но действующий у меня в Москве был всегда один. Почему у меня кировские номера здесь всплыли? Если бы вы объединили все банки в один, было бы вообще никаких проблем не было. Но мне приходится каждый раз заходить, пользуясь кировскими карточками, каждый раз заходить с сберовскими карточками, разные Сбербанки онлайн. Ну как-то неудобно очень. В данном случае мы с вами сейчас проверяем, возможно ли мобильный банк подключить. Карта 6632, телефон 977-376-54-28. Да, совершенно верно, да. Одну минуту. Кодовое слово могу сказать. Что еще нужно могу сказать? Нет, не нужно. Одну минуту. Просто я зашел в Сбербанк ID, там у меня оказалось куча телефонных номеров, которым я уже давно не пользуюсь, которые когда-то привязывал Сбербанк онлайн Кирова. Начал их удалять по одному, они удаляются несколько суток. Но я хотел 971 оставить. У меня не получается ничего сделать. То есть они там висят очень долго. Хорошо, сейчас мы с вами проверили. Да. Карта 6632, мобильный банк не подключен по вашему телефону, которому звоните? Да, вот я хотел сейчас оплатить онлайн, а мне говорят, невозможно оплатить, на проблему на стороне банка. Да. Так по телефону, подключить мобильный банк к этому телефону, к сожалению, нельзя. Можно я в банкомате подключу? Да, в банкомате получится, если я вам сейчас на ваш телефон инструкцию направлю. Давайте. В банкомате можно будет подключить. То есть я сейчас скажу банкомат и номер, который у меня был, который я никогда не отключал, и почему-то вы его сами отключили, и не уведомили меня ни по почте, ни по телефону, я как бы в шоке. Ну, зачем так делать-то? Хотя бы письмо прислали бы. В данном случае банкомат возможно будет подключить, вам сейчас инструкцию на телефон направлю. Да, давайте. От старого, который говорит 912 МТС, также можно будет отключить через банкомат. Так.
А там тоже будет инструкция, да? Да, получается, по вкладке, как вы подключать будете, там есть вкладка «Отключить», есть «Подключить». Да. Там, где «Подключить», подключаете. А вы можете все-таки причину мне сказать, почему меня отключили? Я всегда пользуюсь онлайн-платежами и в банке, и карточка рабочая. Почему отключили? Причина отключения. Скажите мне, чтобы у меня в дальнейшем такого не возникало. По нашим данным указано, было отключено из-за неактивности. Что такое неактивность? То есть вы не направили запросов на 900 длительное время, более 3 месяцев. Девушка, если я на 900 не буду больше звонить никогда, мне что, опять отключат? Смотрите, карточка активная, я каждый месяц пользуюсь, платежи делаю, в онлайне платежи делаю. Я вас понимаю, но я сейчас вам отключу информацию, что отражена в системе, то есть причина указана, отключение именно такая. А вы можете мне заявку письменную ответить, чтобы я больше с этим не сталкивался? Из-за чего отключили? Чем я не пользовался? Я карточкой пользовался, онлайн платежами пользовался. В банкоматах пользовался, а расплачиваюсь в кассе и активная карточка. И взяли, отключили мобильный банк. Карта активна, с карты, то есть ничего не произошло. Отключение было именно услуги мобильный банк. То есть когда не направляются запросы на номер 900 с телефона. Что такое не отправляются запросы? Ну то есть допустим, вы можете через номер 900 писать смс, допустим, на перевод другим людям. Зачем мне это делать? У меня мобильное приложение, я делаю платежи в мобильном приложении. Зачем мне номером 900 пользоваться? Мне нужно, когда мне нужно онлайн платеж сделать, чтобы мне прислали смс-ка на мой московский номер, чтобы я мог оплатить. Мне эта смс-ка не приходит, вы ее отключили. Какого фига вообще? Я взбешен. Ну вот указана причина, точнее, неактивность о том, что... Ну как неактивно? Зачем мне на этот номер вообще звонить оператору, когда я пользуюсь карточкой, она у меня рабочая, онлайн платежи делаю? Зачем мне на этот номер звонить? Зачем мне на номер 900 звонить в поддержку и слушать причину моего отключения неактивно? Мне что, каждые 3 месяца вам звонить на номер 900 или что мне делать? Вот чтобы в дальнейшем такого не было, объясните мне, что мне сделать? Не нужно звонить, а в данном случае, получается, у вас, допустим, вы пишете запрос на 900, пишете запрос с текстом «баланс». Зачем? Зачем? У меня мобильное приложение на телефоне. Зачем мне каменным веком пользоваться какими-то смс-ками? Девушка, вот я не понимаю, вы можете мне убрать это ограничение? Но, к сожалению, нет. Почему? Происходит отключение автоматически, отключение активных номеров. Слушайте, мне смс-оповещение нужно только для того, чтобы подтвердить онлайн-платеж. Логично или нет? Ну, наверное, логично, но... да? Теперь мне оно не приходит, потому что вы отключили, потому что я какой-то вашей услугой не пользуюсь. Но это же, нелогично. У меня мобильный телефон, на котором приложение Сбербанк онлайн. Я делаю онлайн-платеж, у меня хостинг сегодня надо оплатить за сайт. Я не могу сделать платеж, у меня говорит, у вас проблемы на счету банка. Я захожу в онлайн к Сбербанк, на мобиле я вхожу, проблем никаких нету, никаких оповещений не выходит, то, что у меня отключен оповещение на мобильный телефон. На компьютере захожу, у меня тут выберите экономный пакет. Ну нафига я же его выбирал? Ну, как бы нелогично. Отключение производится автоматически. Да? Можно это сделать отключение, отключить? Можно отключить отключение? Нет, производится автоматически данное отключение, Александр Иванович. А можно отключить его? Вот заявку от меня можете принять? Вот Грефу напишите, что я не хочу, чтобы меня отключали от Сбербанка онлайн. Я им пользуюсь постоянно. От мобильного банка. Не надо меня отключать. Ну, она у меня приложение на мобильнике стоит. Мне нужно сделать платеж, я отправляю, мне приходит смс, я подтверждаю. Откуда оно взялось? Раньше такого не было. Ну, вы придумали какой-то бредовый регламент, в котором я должен чем-то пользоваться, когда мне это не нужно. Я всем остальным пользуюсь. Вы от меня сейчас примите заявление. Заявление, прошу меня не отключать от мобильного банка, если я этого сам не отключил. Вот в одностороннем порядке не надо ваше автоматическое отключение. Ну зачем? Ну что за глупость? Я часто путешествую в разных странах. Если бы я сейчас был в другой стране, я бы не мог прийти в отделение банка и не мог бы воспользоваться онлайн-платежом. Но это же глупость. Зачем мне ходить в отделение банка сейчас, подключать мобильный интернет? Получается, я сам дурак. Ну то есть вы мне его отключили, а теперь я должен сталкиваться с этими проблемами. Письменно, в Сбербанке онлайн, как-нибудь примите сейчас эту мне заявку, дайте мне разумный ответ, откуда у вас взялся такой регламент, почему меня отключают при активной карточке, при постоянных транзакциях, онлайновых и в терминалах, и в банкоматах, и так далее. Можете это как-то зафиксировать и передать вашему руководству? Номер заявления моего скажите. Вот
Ваше заявление зафиксировано по такому-то номеру, ваше возмущение принято. Мы вам ответим в Сбербанке онлайн в течение такого-то времени. Вот скажите мне, под каким номером вы зарегистрировали это? Александр Иванович, да. А вы звоните нам с московского региона? Блин, я в Москве нахожусь, откуда я вам звоню? Конечно, с московского региона. Хорошо, одну минуту. И можете сказать, когда мне это отключили? Потому что я несколько раз не мог оплатить, и я думаю, проблема у меня с картой. Думаю, уже не знаю, что делать, переводить на WebMoney или Яндекс деньги, потому что карта Сбербанковская не работает. Не могу ничего с ней сделать. У вас указано отключение было... Какого числа? 28-го, 11-го, 28 ноября 2019 года. Ух, нифига себе. А почему, ну, как бы, поставьте хотя бы в известность, что, парень, тебе надо вот это сделать. В договоре оферты, наверное, где-то это написано. Или когда это ввели вы это правило? Одну минуту, пожалуйста, я все фиксирую, ждите. Ожидаю. Если это не изменится, как часто мне надо чем-то пользоваться, пришлите мне какую-то инструкцию, что я раз в 3 месяца должен сделать какое-то действие, чтобы меня не отключили от мобильного банка. Ну, я не знаю, где это написано, ну, вышлите мне. Вот я сейчас получил инструкцию для подключения смс-банка, в меню банкомата нужно то-то сделать. Ну, понятно, с этим разберемся. В дальнейшем, чтобы у меня этого не возникало больше... Что мне сделать? Можете какую-то тоже инструкцию выслать? Я сейчас зафиксирую информацию. Да. То есть, давайте, вам подожду. Информация, ответ вам будет предоставлен, в том числе и укажу, чтобы вам инструкция была предоставлена. Скажите, вам удобно будет получить ответ в качестве смс на телефон, который вы звоните? А еще какие есть варианты? Что вам скажут, так мы и укажем. Но, ну, скажите варианты, кроме смс, что есть? Звонок, вы можете позвонить? Нет, звонок не может быть. А что еще может быть? Да. Почта? В данном случае можем указать e-mail, можем указать, то есть, SMS. Ну, давайте SMS. Вам пришло SMS, да? Хорошо, также вы можете потом к нам позвонить, мы также вам можем зачитать. Одну минуту. А можете сейчас просто ссылку скинуть, где написано, что я должен делать, чтобы меня никогда не отключали от мобильного банка? Раз в 3 месяца, допустим, что-то, танец с бубном, я не знаю, не знаю. Такой информации нет возможности на... Слушайте, но вы меня отключили из-за того, что я чего-то не делал. Я говорю, пришлите мне ссылку, где написано, что я должен сделать. Вы говорите, я вам такую информацию не могу прислать. То есть, ну, глупость же какая-то происходит, нет? В данном случае вот указана причина отключения. Неактивность, как правило, то есть происходит из-за того, когда не направляются... Где это написано? Это же у вас где-то написано? Пришлите мне, где это написано, я почитаю, ознакомлюсь. Данная информация невозможна, поэтому... В смысле невозможно? Девушка, девушка, ну вы меня послушайте, да? Вы меня отключили от какой-то, от мобильного банка, не предупредили. Я говорю, где написано, что я должен какие-то танцы с бубном делать? Вы говорите, это нигде не написано, я вам выслать не могу. Ну что, ну это же мы как бы по кругу проблемы ходим. Давайте решим. Мы с вами сейчас фиксируем обращение для того, чтобы банк осмотрел и вам ответ предоставлен. Был по причине отключения развернут ответ и как, то есть это вот будет в дальнейшем. И смс-ка это мне придет ответ, да? Да. То есть вы сейчас не можете сказать, как мне нужно номером 900 пользоваться. Зачем мне запрашивать смс-ками баланс, когда я открыл мобильный телефон, посмотрел у меня баланс или не посмотрел? Ну, что еще нужно делать? Вдруг до получения ответа меня опять отключат? Или не отключат? В данном случае, вот я информацию сейчас всю пропишу в обращение, то есть заявление, угу. Банк рассмотрит, и все вам будет предоставлена информация. В течение какого времени это будет предоставлено? Сейчас я зафиксирую, ответ он то есть по срокам также сориентирую. Раз минут.
Александрович, обращение данное зафиксировано. Плановая дата рассмотрения 10 марта включительно. На ваш телефон, который вы звоните, будет направлено СМС с ответом с 9 до 8 по местному времени. Если вдруг сроки подряд, также будете вы проинформированы. Все понятно. Можно идти в банк, в банкомат и подключать мобильный банк, да? Да. После этого можно будет онлайн-платежи делать, да? И будут приходить СМС. Да, СМС вам будет приходить. Все понятно, спасибо большое. Всего доброго, до свидания. До свидания.